Всем привет! Сегодня приготовим курицу по-средиземноморски. Нагретую сковороду наливаем оливковое масло, подогреваем немножечко. Добавляем туда лук порезанный, репчатый. Приготавливаем специи. Куркума, соль, черный молотый перец, паприка, свежий лимон. Когда лук станет прозрачным, добавляем туда мелко нарезанный чеснок. Добавляем туда паприку, куркуму и высыпаем подготовленное куриное филе, помытое и нарезанное кусочками. Все перемешиваем. Добавляем черный молотый перец, солим, режем лимон на две половинки и выдавливаем сок лимона в сковородку. Перемешиваем, тушим до готовности и в конце посыпаем свежей мелко нарезанной зеленью. Приятного вам аппетита!